Самьютта Никая 7.12. Удайя Сутта. Савадхи. И тогда утром Татхагата оделся и, взяв чашу и одеяние, отправился в дом брахмана Удайи. И тогда брахман Удайя наполнил чашу благословенного рисом. И во второй раз утром благословенный оделся и, взяв чашу и одеяние, отправился в дом брахмана Удайи. И тогда брахман Удайя наполнил чашу благословенного рисом. И в третий раз утром благословенный оделся и, взяв чашу и одеяние, отправился в дом брахмана Удайи. И в третье утро подряд брахман Удайя наполнил чашу благословенного рисом, после чего сказал благословенному: «Этот надоедливый отшельник все приходит и приходит». Благословенный: «Все вновь и вновь сеют они зерно. Все вновь и вновь небесный Дева посылает дождь. Все вновь и вновь крестьянин пашет поле. Все вновь и вновь зерно приходит в царство. Снова и снова нищие попрошайничают. Снова и снова дарители дают. Когда дарители дают снова и снова идут на небеса. Снова и снова млекопитающие пьют молоко. Снова и снова теленок идет к своей матери. Все вновь и вновь мучается и трудится. Все вновь глупец идет в лоно. Все вновь рождается и умирает. Все вновь носят его в гроб. Но если вдруг обрел он путь, что не приводит к новому рождению, в мудрости разрастание получив, он не рождается все вновь и вновь». Когда так было сказано, брахман Удайя обратился к благословенному: «Великолепно, мастер Гатама, великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхамме и прибежище в Санхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь».